Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Если что, мотала и лайк поставила, но себе же надо поставить лайк. Я просто смотрела немножко, как я тут выгляжу, потому что мне было интересно, красивая я там или нет. Мне кажется, я там стрёмная была. Но вроде нормально. Как стыдно, когда попу видно. А ты же снимаешь? Да. Всем привет! Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья XL. Сегодня очередной выпуск рубрики «Что купит тот или иной человек на определенную сумму денег». Сегодня у нас 30 тысяч рублей, и у меня в гостях Амина Тендерли-Бае. О, это я? Это что, я, что ли, в натуре? О, это я. Такая милая, зайка, реальная. Это как так понимать-то вообще? Мне так понятно вообще было вчера ночью. Я надеюсь... Сейчас, секунду. Гонщик проедет. Так, Амина, ты уже решила, что себе будешь покупать? Да, я решила. Я сегодня буду просто... На самом деле, это очень тяжело. То есть, у меня благодаря вам все есть, типа... Вот, мне ничего не нужно. Если все, что мне нужно было, купила. И я не знала, что мне купить, и мне в голове было только, типа, ну, купить шмоток, наверное. Типа, сначала я хотела, очень хотела отдать все, ну, все деньги, типа, в приюты. Но было почти 11 часов, и все эти самые... Он остановится, блядь, когда-нибудь сегодня. Ты не можешь успокоиться. Да пиздец, как громко. Да пиздец, блядь, там Baby Rage произошел от твоих кнопок. Это полный трах. Тебе там ребенок, блядь, проснулся от того, когда кликаешь. В натуре он орать начал, потому что ты начал кликать так громко. Это полный пиздец. Ты как будто, знаешь, ты как будто с трех, блядь, аккаунтов в Зинвокера играешь. Шмотками. Сегодня просто я возьму карман, кошелек Ильи и просто нахуй его порву. В смысле? Ну ты говоришь, сука, на 30 тысяч рублей. Давай, можно меньше, но не больше. Ну куда пойдем? Смотри, ты можешь купить себе, что покупать девушке? Пойдем в магазины, что ты сам-то? Что стоишь? Пошли. Может, зайти в магазин для мам? Может, ты, может, с той стороны будешь снимать? Нет, эта сторона некрасивая. Кстати, с этой стороны красивее было, чем с этой. Спасибо. Я думаю, что нам нужно зайти в магазин для мам, потому что я уже молодая мама, как вы видите, у меня уже реально Елизавета растет в пузике. И мне скоро в армию еще, знаете, такая инфа поскользила, короче, в интернете. То, что если телка идет в армию, то она там год должна пробыть, и потом она может купить любой университет, короче, который она... Че? Да не, ничего, жалуюсь, что ты врубишь. Блин, можешь голос сменить, пожалуйста? Реально очень громко. Ну, жестко мешает. Без неё. Ну, блядь, ну сейчас, слышишь? Спасибо за сапку. Спасибо. Спасибо за сапку, Максим Григорьев. Спасибо. Захочет, ты знал? Чего? Да это правда, я слышала то, что если типа телка идет в армию, и она целый год там отслуживает, то она может пойти в любой университет, куда она захочет. Это реально, это правда. Это неправда? Это неправда. Что нахуя в армию пошла? Сандали можно купить на лето. Ты ничего не носишь, кроме черного цвета. Ну что? Ладно. Слушай, мне белые джинсы. А мне вот эти нравятся. Они супер классные. Тебе нравятся? 10 тысяч стоят. Ты думаешь, стоят 10 тысяч вот таких кроссовок? По-моему, вообще тебе не нравится? Вот это, кстати, я когда зашел, я сразу ее приметила. Знаете, когда тебе дают деньги, типа, тебе трудно что-то купить, вот реально очень сложно. Но, мне кажется, она на тебя вообще... На тебя... А, на меня? Да. Знаешь, что сам сейчас очень в моду входит, мужские кроп-топы. Ну, заебали флагите. Я пока что думаю. Ну, да, зачем мне казалось, что можно пойти в армию? Да, сотрудничает в основном сейчас с спортивными блогерами. Я скажу, что я физика. Так, если что, в таком случае надо говорить в камеру.
Да? Да. А! Потом, короче, сказали в Адидасе, типа, мы спросили, можно вас снимать? Они такие говорят, типа, можно только в том случае, если это не будет мешать, типа, нашим клиентам. Я такая заорала, блядь, и все на меня нахуй обернулись. Ребята, вы уже, наверное, соскучились по этому. Видео по-прежнему смотрит пи***. Жать это. Понятно, Excel. Если серая, то красавчик. Ой, такой зайка нереальная. Там тоже запрещали снимать, кстати. Можно что-нибудь купить, пожалуйста? Я ищу, забери, не глядя, торопи меня. Он меня торопил вечно. Между прочим, очень даже симпатично. Нет, это кикбокс. Кикбокс на Метрополисе. Да. В итоге мы купили вот эту майку, и еще Амина взяла себе вот такой вот значок. Да, вот он. На джинсы, я не знаю, куда он крепится. На самом деле мы обошли очень много магазинов, но нам везде не разрешали снимать. Я вообще не понимаю, почему, мы же не делаем ничего плохого. Затем мы зашли в Nike, и, на мое удивление, там продавцы просто нереально крутые и общительные ребята. Да. Если вы смотрите это видео, вам респект. Привет, ребята. Чего записываем? Видео на YouTube. Да нам этот парень разрешил. Дай, пожалуйста, конечно, снимать. Это все, везде вот так было, знаешь, ты приходишь в магазин, говорят, не снимай. Я хотела взять, короче, простые форсы, чтобы потом сделать из них кастомку. Мне должен приехать один классный дизайнер. Я должна сделать... Прыщи, блядь, эти самые сальные железы ебучие. Знаешь, я бы взяла ТНки. Тебе нравится? Какой? Gay Pride. Понимаешь, меня отъемливали ребята с форсом. Снимай, что ты опустил камеру свою? Я сомневаюсь. Мне сложно. Помоги мне. То есть пробел, да, в эфире идёмте? Не слышно? Спасибо. Спасибо. Мне этого не было, друзья, такого, что мне просто говорят бабки, я должна пойти их потратить. Мне кажется, реально не было такого никогда. Типа проще всего делать кастомы. Если бы так, каждый день бы так было, было бы заебись. Ой, это что, деньги мне сшили, я все равно не буду это заставлять. Рожки, рожки, рожки. Ты понимаешь, что ты потратила только половину? То есть у тебя осталось 13 тысяч рублей. Сейчас потрачу, не переживай. До закрытия магазина осталось 20 минут, и тебе нужно потратить 13. Сейчас, я покажу, что я купила. Подожди, я купила себе такой вот от Клиник штуковинку. Это, короче, это косметика, короче. Да, лечащая. И купила увлажняющий крем от какой-то фирмы H2O. Крем хуёвый, наебалов на деньги. Добавь воды. Также Амина купила что-то там для ухода с... Ивраше. Ивсе. Бля. Ивраше. Как это выговорить? Ивсе драше. Ты купил на самом деле очень много всего, но все равно деньги остались. Сколько у нас осталось? 1011-12. Куда ты идешь? Я не знаю, может быть, маникюр уже сделаем, я не знаю, куда зайти. Пойдем в Зару. Ты можешь купить что-то из еды. Вода за 272 рубля. Это газированная? У тебя осталось 10 тысяч, и ты покупаешь воду. Да. Что ты сейчас сказала? Да я говорю, ты вообще... О, ебать! Это что за покемон, блядь? Это наоборот страшно. Тебе не нравится? Бля, я хотела бисквит. Знаешь, у меня была классная идея? Приехать, короче, на все эти деньги, накупить корм для животных и поехать в приют. Но так уже поздно, я не стала этого делать. О-о-о. Ты предложил мне эту идею, и, ну, по факту, благодаря моим зрителям, благодаря тому, что я сейчас имею, у меня все есть. У меня есть все, что нужно счастливому человеку. Это что, коврик для йоги? Сейчас закрывается вот магазин, и мы не потратили определенную часть денег. 1010. Давай, смотри, я тебе даю слово. Такую трогательную вещь, а потом такую хуйню выставить. Я не знаю, как у меня это в голову пришло. Просто мне мама на йогу ходит, и ей нужны были эти самые коврики для йоги. Пиздец, мне хуёво, помоги. Я приезжаю в Калининград, на оставшиеся деньги я покупаю... Я за Рано Илью смотрю, а у него глаза такие прям, знаете, супер... Ну, охуел, в шоке был реально. Корм, еду в приют и отдаю корм животным. Давай.
Все, договорились? Договорились, давай. Все, отлично. Все, смотри, ты сейчас мне руку жмешь. Да. Мы так и сделаем. Если я не вижу тебя видео, как ты отдаешь. Нет, я так делаю. Я просто, не вывожу это на показ. А сейчас я хочу вывести это на показ, потому что у меня такой добрый человек снимает. У нее такие глаза, сейчас такие, знаете, такие, как у собачки. Да, реально были глаза, как у собачки в этот момент. Ой, где сестренка? Рам, привет, а ты где сейчас находишься? Она спецам говорит невнятно, чтобы скопировать Алоху. Короче, понимаешь, когда ты проводишь очень много времени с человеком, ты принимаешь его вот эту всю манеру, понимаешь? Так происходит, и это делается неосознанно. Я вижу эти изменения, я хочу их изменить очень сильно, исправиться, вернуться, типа, в свой разговор. Но получается так, что я разговариваю, как он, типа, я не специально это делаю, просто, типа, такая манера речи. Рама, мы можем поехать на мероприятие, которое она позвала нас. Вот, я тебе напишу после стрима, короче. Мы поехали с мамой в приют, который называется «Дружок». Он находится возле Калининграда. Я обязательно оставлю всю контактную Дружок. Информацию в описании. Если вы хотите как-то помочь, я буду очень рад. Боятся собачка. Боится. Ну это достойно. То есть, Илюха, типа, я ему сказала, Илюха сделал. Он пошел и сделал это. Он не поленился. Он на следующий день, как приехал в Калининград, он сразу пошел в приют и купил корм на 10 тысяч. Еще раз, вся информация будет находиться в описании. Может быть, вы захотите забрать какую-то собачку себе. Короче, маме нужен был коврик для йоги. Это коврик похож на для йоги. Оп, тарталетка. Это пончик сам лезет, я почти думала. Пончика. Моя самая главная покупка сегодня была, это форсы, потому что я сильно их хотела. Я на днях, короче, мы вчера были, гуляли, короче, я такая спрашиваю у друга, говорю, не знаешь, что можно форсы простые белые купить? А мне говорит, типа, на Асосе можно. В итоге я прихожу сегодня в Найк, а тут есть простые белые форсы. Вот, видишь, какой я хороший друг, да? Молодец, Илюша. Я сам выложу. Так выглядит лицо счастливого стримера, которого сегодня накормили, напоили и купили форсы. Честно, когда мне предложил Илюха эту идею и сказал, типа, придумай, что ты можешь или захочешь купить на 30 тысяч. Сука, я специально так снимал, что у меня все прыщи, блядь, вылезли. У меня вообще в голове ничего не было и до сих пор нет. То есть я просто пришла и серьезно купила то, что первое пришло мне в голову. Ну, то, что я люблю. Я люблю форсы, я люблю штучки для ванн и люблю футболки. И пожрать. Да, люблю, я хочу и жру. Хочу и жру. Все, что я могу вам сказать, это то, что мне никто никогда ничего не покупал, кроме мамы. Тут были комменты касательно того, что Вадим купил мне комп, ребят. Вадим потом у меня забрал деньги, за которые купил компьютер. Так что давайте, ну, я ему благодарна, но деньги. Деньги у него за компьютер. Поэтому спасибо большое, Илья, за такой... Считайте, что это был займ просто. Можно? Тебе спасибо, что согласилась сняться. Потратить твои бабки. Да. Кто бы не согласился, реально. Твич, Амины, Ютуб и Инстаграм. Короче, у меня на самом деле было лень все это вписывать на кадр, поэтому в описании все. Подписывайтесь обязательно. Также подписывайтесь на мой Инстаграм. Да не, ребят, лучше на мой. Ребят, если вы поставите очень-очень-очень много лайков, я не знаю, ну сколько вот ты попросишь? Давай 1080. Давайте 100. 100 тысяч лайков? Да. Окей. То я приезжаю к Амине, мы на ее канал что-то снимем. Договорились? Да, мои зрилы, ставьте лайки, подписывайтесь на Илюху, если вы это смотрите. А вы это смотрите, потому что это в моем инстаграме. Я вас люблю.